Всем, с вами снова я, Макс, и в сегодняшнем видео расскажу, как я, гуляя, наткнулся на старую брошенную вазу, где я наткнулся на целую гору хорошеньких досок. В итоге я это дело быстренько все подметил, напилил по нужным мне размерам, помотался еще по базе, поискал и еще наткнулся на еще одну гору и кучу досок, отобрав мне нужные доски. Это была сороковка, которые пролежали уже не один, наверное, год. Они все были прямые, ну, немножечко местами подгнившие, но это не столь важно. Я это все подмотал, весь этот хабар, и привез все в мастерскую. Разгрузив все это дело, я приступил непосредственно к работе. Короче, вынул к хренам собачьим всякие гвозди, скобы, и уже определив нужные мне размеры, вот, начал облагораживать доски. Так как концы у некоторых досок подгнили, я это все дело отпилил, так как были еще и трещины в некоторых местах, пришлось выбирать самые лучшие места. Задолбался я пилить, в итоге потом забил я болт на все это, непосредственно уже подключил станки и начал снимать фаски с боков и убирать лишнее, ненужное мне. Вот. Ну и уже в дальнейшем, после того, как я нахреначил нужное мне количество досок, прогнал все это через рейсмус. Вот. Так как не хотелось мне рубанком стругать все это дело вручную, и уже напилив коротышей, вот, я все это дело подмотал к себе домой. Вот, и уже дома я начал заниматься непосредственно шлифовкой. Шлифовал, набил себе полон нос пыли древесной, потом забил на все это дело, надел противогаз, как обычно, вспомнил не противогаз, а респиратор, вспомнил, что он существует у меня, ну и приступил непосредственно к покраске этого дела. Вот. В этот процесс долго вдаваться не буду, что там красишь, докрасишь. Намазывал все это маслом, вот, машинным отработкой, вот, так как другого материала у меня не было, и приехал я на детскую площадку. Да, господа, это, как в итоге вы увидите, оказалась песочница. Так как мы с сыном гуляем часто, мы недалеко от дома нашли детскую площадку, где, в принципе, есть все, там качели, горки, но лавочки, но не было ни одной песочницы. Вот. И я решил сделать для маленьких детей песочницу. Так как мне не влом, а им приятно, я замутил песочницу, потому что они соскребали последний, с асфальта последний песок. Так как я работал в бандане, ну и в форме, и я был еще с бородой, один мальчик мне сказал: «Спасибо тебе, Джек Воробей, за песочницу». Вот такая вот история. Все. Не забывайте про детей.